разница в способностях заменить друг друга. Вот я уже говорил вам, рассказывал о Чубайсе с Черномырдином. То есть, если отправить всю эту элиту на лес повал, то что, они быстро научатся пилить лес двуручной пилой «Дружба». А вот если неграмотного лесоруба поставить министром, он сразу не справится. Вот это, кстати, используют глобализаторы, значит, когда осуществляют революции и так далее. Элиту уничтожают, а народ, он сам ничего, он же управленческими навыками не обладает, и бери его голыми руками. Вот сейчас как раз такую ситуацию создают так называемые патриотические партии, значит, которых всех устранить, там, бей, руби, кроши и так далее. В 17 году что сделали? Именно это. То есть руками народа, значит, министров, капиталистов на вилы подняли, помещиков, графов, там, князей всех разогнали по всему белу свету. Офицеров белых там армий, убивая друг друга, полегла на полях сражений, и страна легла. И ее захватили кто? Троцкисты. То есть Ильич приехал в пломбированном вагоне из Швейцарии, и Лейба Давидович по кликухе Троцкий на пароходе из Америки. И взяли страну голыми руками, управлять-то некому было. И все комиссары были евреи. Значит, и лагерями, гулагами все командовали они. И Сталину после Ленина досталась разгромленная страна. И проблемы у Сталина были какие? Весь управленческий корпус-то был еврейский. И как его заменить? И он посадил рабочих за парты там и так далее, пока они готовились, вырастали до директоров заводов, там, до министров. Время требуется.